Сервиса Евгении Васильевой сегодня предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщает Следственный комитет. Теперь в деле бывшей управляющей имуществом Минобороны 12 эпизодов. Мошенничество, легализация денежных средств, превышение служебных полномочий – только некоторые из них. Общий ущерб государству – 4 миллиарда рублей. Еще предстоит решить, каким образом вернуть эти средства. Часть арестованного имущества самой Васильевой оказалась неликвидным. Арестовано недвижимое имущество обвиняемого, а это более 1000 ювелирных изделий, кстати, общим весом 19 килограммов, и это без учета коллекции дорогостоящих часов. Кстати, среди арестованного имущества есть ряд картин, которые хозяйка, будучи уверенной в своих глубоких познаниях искусства, приобретала как шедевры мировой живописи. Однако искусствоведческая экспертиза, назначенная следователями после ареста этих картин, установила, что они не имеют никакой художественной ценности, а, попросту говоря, являются дешевыми подделками. Следователи также предъявили окончательное обвинение еще нескольким фигурантам дела оборонсервиса – Екатерине Сметановой, Ларисе Егориной и другим руководителям многочисленных коммерческих структур, созданных для хищения средств Минобороны.